и гостей всех развлекать! Ходу лет,
Нет? Кто там еще? Влад! Ага, записываем. Давай, Женя, пробуй. Потому что если не дойдем до конца, приз не получим. Конкурс будет считаться незаконченным. Ну, будешь ходить, пока не дойдешь. Вот только отходим, ребята. Вот Женя идет сам. Сейчас он равновесие найдет. Отходим, отходим, Артем, отходи. Отходи, отходи, отходи. Все, дальше сам. Аплодисменты. А еще будут желающие на ходуле? Есть смелые? На столбе поддержим нашего смельчака аплодисментами. Ну еще один желающий на ходуле. И определим победителя. Жене давать? О, все, поддерживаю, да? Ага, Света у нас еще. О, вот это, да! Вот это мы смотрим. Главный приз. Браво! Красавчик. Еще Света у нас попробует, только страхуем аккуратненько. Женя, иди сюда на сцену. Кто пробовал тоже три... А, еще мужчина попробует, да? Ну хорошо, хорошо, пробуем. Женя, поднимайся сюда. Мужчина да? Сегодня везде пробует. Аплодисменты. Мужчина, как вас зовут? Дед Василь, Деду Василю, ваши области, гучнейшие. Дед Васильче, эй-эй-эй. Вот это да. Ну, за такую храбрость на сцену идем. Идем ко мне. Все, 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 конкурс, все. Идем ко мне, Дин Василь. Да, идем. Кто там еще участники были, ребят? Артем, именинник, Женя, Влад. О, да, Диду Василю мы еще позавидовать можем. Стоим просто, мы на вас хотим посмотреть. Не-не, слова не надо. Как вы думаете, вот давайте, Женя победил или Дед Василь? Давайте по аплодисментам. Аплодисменты Жене. Аплодисменты Деду Василю. Дед Василь, что еще даже на руки станете? Да ничего себе. Главный приз, камерата, Деду Василю. Вам дома пригодится, не надо ломать. Это вам на память от нас. Я знаю, что Дед Василь сейчас ее вот так вот. На раз, два, три. Так, ребята, вам баранки и пряники. А, трое, да? И яйца, да. Баранки и яйца. Яйца. Ну, в караоке на Майдане получилось. Яйца раз, яйца два. Яйца три. Готовить яичницу умеем? Умеете? Вот как раз дома получитесь. Браво! Аплодисменты!